И красноярцы решили поддержать медиков и собрать для них чай и сладости. Продукты можно приносить по двум адресам. Улица Енисейская, 1, там принимают с 8 утра до 8 вечера ежедневно. И на улице Ленина, 49, там принимают только в рабочее время. Сладости просят выбирать с большим сроком годности, которые не нужно хранить в холодильнике. Также можно приносить чай, кофе, сухие сливки и сухое молоко. К сожалению, наступила вторая волна пандемии, и сейчас просто невероятную нагрузку, колоссальную, испытывают медики. Это врачи скорой помощи, это медики, работающие в колл-центрах практически 24/7 круглосуточно, это врачи поликлиник, которые занимаются лечением пациента с положительным ковидом, который проходит это лечение на дому. Нам бы очень хотелось поддержать их, акция взаимопомощи «Мы вместе» продолжается, и мы решили придумать такую акцию.